кистевой герметик. Это, по-моему, антигравий. Это антишум. Вот нанесли до полного высыхания. Сделаем небольшой тест. Короче, подсохли наши экземплярчики. Это у нас кистевой герметик. Это у нас антигравий. Это у нас антишум. О, прилип, как хорошо. Плохо отдирается. А, он, значит, не подсох до конца внутри, где была толщина. Но с антишумом понятно, что вот он эластичный. 3 дня прошло, он еще держится, он тянется. Мягенький. Такой вот. Сверху только подсох. Значит, сторонку его. Что у нас с антигравием? То есть с кистевым. Ничего, антигравий. Все, разлетелся, пух и прах. Это вот антигравий. Толщина, еще раз скажу, носил в районе 1 мм. Миллиметра полтора. А это кистевой герметик. Вот. Скручивается. Комочек. Ну и также, пожалуйста, раскручивается. Вот он. На разрыв, вот он тянется. И обратно сходится. Кистевой герметик. Так что, если его доделать как распыляемый, он будет работать хорошо.